Но если ты любишь смотреть видео на Ютубе, тогда обязательно ставь лайкосик за 3 секунды и считаю. Раз, два, три. Привет, ребята! Меня зовут Алексис, и мы сегодня поиграем в очень крутую игрушку, которая называется Balloon Run. И первым делом, что я хочу вам показать, это скинчики, которые у нас здесь, ребятки, есть. Это вот такой вот шарик, вот такой и вот такой. Это то, что я уже открыл, посмотря ролики. Но мы с вами, ребятушки, постараемся пооткрывать все вот эти вот шары, которые нам доступны. Также у нас здесь есть миссии, за которые мы будем зарабатывать дополнительные денежки. А также мы можем поменять цвет нашего шарика, допустим, с зеленого на типа фиолетовый, но я не знаю, почему он, если честно, не поменялся. Ну да и ладно. В принципе, суть игры мне, ребятушки, понятна. Нам нужно собирать шарики, чтобы их было как можно больше. Так, выбираем самые лучшие для нас, ребятушки, врата. И погнали! Иху! Так, мы с вами поднимаемся в гору. Мы поднялись на 323 метра в гору. Вы представляете, ребят, но это на самом-то деле довольно-таки высоко. Так, игра предлагает нам прокачать плюс один шарик, потом заработок гемов, еще плюс один шарик. Ну, неплохо. И давайте на этот раз мы с вами крутанем колесо фортуны. О, отлично! Наши шарики стали оранжевые. Да, были желтые, стали оранжевые. Теперь они такого же самого цвета, как и я. А что будет, если мы по лаве пробежим? Вау! Мы тогда, ребятки, теряем с вами шарики. Кстати, обязательно ставьте свои, ребятушки, крутые лайкосики, потому что вам не сложно, мне будет очень и очень приятно. Я, ребятки, для вас очень сильно стараюсь, ребятки, да-да-да. Поэтому, как вы можете мне отплатить, так это то, чтобы... Поэтому, если вы хотите хоть как-то мне отблагодарить... Поэтому, если вы хотите хоть как-то меня отблагодарить, обязательно влепите лайкос. Так, ну чё, давайте, знаете, что мы сделаем? Давайте-ка мы прокачаем еще гемы, шарики, гемы, и пока хватит, пройдем еще одну миссию за эти вот шарики, за этот скинчик, и потом, ребяточки, выберем себе какой-то другой. Другой скинчик, крутой какой-то тоже, наверное. Так, мы с вами один ключик подобрали. Нам нужно еще как минимум таких два, чтобы что-то открыть. Так, плюс 5, плюс 9. О, тут циферки уже увеличиваются, ребят. Это с каждым разом мы будем ставить все больше и больше рекорд. Посмотрите, 687 метров. И это снова у нас новый рекорд. Так, ну что, я предлагаю, ребятки, менять скин на какой-то другой, допустим, на вот такой вот. О, класс. Класс. Давайте-ка мы прокачаем еще гемы. Гемы. И плюс один шарик. Почему я прокачиваю гемы? Это все из-за того, что, ребятки, я хочу просто больше зарабатывать. Так, вот теперь, ребятки, мы будем немножечко больше получать за наши гемасики. Это очень хорошо. Ой, а это что такое? Ребят, посмотрите, мы украли у него шары. А то вообще были какие-то бананы, ребятки, да. Прикольно, я бы, конечно, за такие шары бы тоже поиграл, если честно, банановые. Так, плюс 8, плюс 10, плюс 6 и плюс 4. Так, хорошо. Что-то мне подсказывает, ребят, что сейчас у нас будет снова новый рекорд. Естественно, 813 метров, да, ребят, это реально круто. Мы с вами, грубо говоря, в каждой миссии ставим рекорд. Так, новый шарик мы можем со временем открыть, но я думаю, что этот шарик мы, может быть, даже купим. Хотя купить его нельзя, можно только, ребятки, посмотрев видосик. Ну да и ладно, мы сейчас заработаем с вами достаточно много денег и откроем себе шарик, которого у нас еще пока что, ребятки, нету. Но очень скоро будет. Так, проходим посередине. Так, отлично. Отличненько. О, сейчас у нас будет тоже батл, ребят. Смотрите, отдай мне свои шарики. Они тебе не нужны, а мне еще пригодятся. Ребяточки, пожалуйста, ставьте лайкосики. Вы знаете как, я сильно их обожаю. И в чем прикол, что вам же вообще не сложно это сделать. Ребят, смотрите, мы впервые не поставили с вами рекорд. Да, печально-то как, очень печально. Ну что ж, у нас достаточно денег для того, чтобы открыть себе какой-то новый скин. И тот, который мы можем открыть за видосик, мы тоже, кстати, его можем открыть с помощью гемасиков. Так, отлично, у нас такая вот звездочка. Теперь давайте-ка мы открываем миссии вот эти вот наши выполненные. И вы только посмотрите, сколько теперь денег у нас на счету. Мы можем открыть еще одну
один скин какой-то. Воу, ребят, тот, который мы можем открыть за видосики. Мы его открыли просто так. Прикольно. Короче, я же говорю, что мы сегодня, наверное, все, ребятки, все скинчики пооткрываем. Так, давайте-ка мы еще звездочку тут соберем. Отличненько. Ой, после этой миссии мы, наверное, много кристалликов, ребятушки, с вами заработаем, потому что это у нас бонусная миссия. Так, вот, все кристаллики собираем. Обязательно, обязательно все кристаллики мне на счет падают. Так, 4, 10, 8, 2. Будет рекорд или нет? Ну, думаю, что, ребятки, нет. Сейчас мы рекорд, конечно, не поставим, потому что, ну, действительно, у нас довольно-таки мало шариков, ребят. Очень мало. Так, ну что, давайте тогда выберем с вами... О, тут у нас еще такие, оказывается, есть шарики. Прикольно. Давайте-ка мы тогда выберем шарики, за которые мы еще не играли. Это вот такой вот прикольный какой-то шарик. И прокачаем сейчас гемасики, шарики, гемасики, шарики. Так, и, в принципе, все. Мы потратили, ребятушки, наши все денежки. А их было довольно-таки много, да-да-да. Их было довольно-таки много, но ничего страшного, это того стоит. Ребят, это того стоит. Так, вот тут тоже много кристалликов. Ой, что-то мне подсказывает, ребятки, что мы поставим с вами новый рекорд. Потому что посмотрите, какие замечательные врата. Плюс 15, 6, 5, 8. Однозначно будет, ребятки, новый рекорд. Ну-ка посмотрим, ну-ка, ну-ка, ну-ка. И естественно, ребятки, естественно, мы с вами, смотрите, практически достали до самолетов, да, наверное? О, это реально круто. Так, и что мы дальше будем прокачивать с вами? Давайте-ка мы, наверное, будем все-таки прокачивать наши способности. И что, поменяем скинчик на какой-то другой? Давайте нам вот этот вот поменяем. Это какие-то мишки. Это, если честно, ребятки, мне эти вот шарики нравятся больше всего. Из всех вот этих вот, которые у нас открыты, пока что это мой, как говорится, фаворит. Да, это мой самый любимый шарик. Воу, сколько кристалликов, сколько шариков. Это просто капец какой-то. Так, отдай-ка ты мне еще свои шарики. Вы заметили, что циферки на этих вратах, они постоянно увеличиваются. Их теперь, ну, они намного выше, чем были в начале. В начале было по 5, по 7, а сейчас по 15, по 16, да, шариков нам дают. Это реально круто. Так, сколько мы там уже гемасиков сами заработали? Ну-ка глянем, 700 гемасиков. Ну, давайте-ка все денежки мы прокачиваем, влаживаем, как говорится, в себя. Так, и погнали. Еще, ребятушки, одну карточку сыграем за эти шарики. Больно уж они мне понравились. Прям очень сильно. А если эта игра вам понравилась, я могу сыграть в нее еще один раз. Почему бы нет? Сегодня, я думаю, что мы за все шарики вряд ли с вами успеем сыграть. Может быть, здесь выйдет еще какое-то крутое обновление. И я бы, конечно, еще разочек сыграл бы в эту замечательную игрушечку. Так, ребят, что-то мне подсказывает, что у нас будет сейчас новый рекорд. И мы, конечно же, ребятки, поднялись до инопланетян. Смотрите, 1647 метров, но за это за все мы заработали 690 геймасиков. Ну, скажу вам, что это не так-то уж и много. Так, игра предлагает нам открыть сундуки. О, неплохо, неплохо. Посмотрите, сколько у нас здесь всего. Так, миссии у нас пока что еще... за миссии нам пока ничего не дают. Так, выбираем, ребятки, вот этот вот тоже шарик последний. И прокачиваем все, что можно прокачать. Так, все, отлично. Погнали, ребят, погнали. Сейчас снова будет у нас новый мировой рекорд. Что-то мне подсказывает. Так, собираем по возможности все. Все шары. Угу, вот. А, это, кстати, еще бонусная миссия, ребят. Да-да-да, бонусная миссия. Врата какие тут у нас? О, врата неплохие, ребят, плюс 21, посмотрите, очень круто. Ну что ж, я думаю, что в принципе, ребятушки, свой видосик на этом я буду заканчивать. Если он вам понравился, обязательно подписывайтесь на мой канал. А с вами был я, Алексис, я желаю вам всем удачи и пока!